Всем привет на канале «Мы в мире». С 12 февраля 2019 года информационное пространство бурлит новостями о том, что в России может появиться суверенный интернет. Как сообщает, например, BBC «Русская служба», Государственная Дума поддержала законопроект, способный, по мнению депутатов, поддержать бесперебойную работу интернета в России даже в случае отключения от общемировой сети. Этот законопроект популярным не назовешь. Его критиковала Счетная палата, представители большого бизнеса и даже некоторые депутаты. Более того, систему, которую хотят создать в России, уже пробовали запустить в Иране с весьма печальными последствиями. К тому же, стоимость автономного Рунета может оказаться баснословной. В экспертном совете при правительстве России назвали сумму в 25 миллиардов рублей. А что говорит первоисточник? Заходим на сайт duma.gov.ru, Государственная Дума, в разделе «Новости» находим эту новость. А вот она. Законопроект о суверенном интернете принят в первом чтении. Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. Заходим сюда. Законопроект о суверенном интернете принят в первом чтении. Кстати, вот айфончик 10. И ссылочки, видите, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер пользуются интернетом. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что при подготовке ко второму чтению необходимо привлечь экспертов. Хотелось бы, чтобы Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи привлек к обсуждению законопроекта при доработке его ко второму чтению экспертов, причем высококлассных. Посмотрите международный опыт, он есть. Изучите те замечания, которые звучат от делового общества, сказал председатель Государственной Думы. Важно, сказал он, не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность интернета в Российской Федерации. Ну и тут дальше рассказывается более детально. Да, действительно, опыт был. И, например, вот интернет в Китайской Народной Республике появился в 1994 году. Наконец, 2011 года в Китае было 513 миллионов пользователей, что больше, чем в любой другой стране. Так-то оно так. В настоящее время большинство пользователей, 95%, подключены к интернету через высокоскоростные соединения. Крупнейшим провайдером является China Telecom, China Unicom, China Mobile, предоставляющие услуги домашнего подключения, так и сотовой связи, включая ВАП, мобильный интернет и посредством Edge. В крупных городах распространены интернет-кафе. Но давайте посмотрим по численности населения. Китай занимает первое место, 1 миллиард 394 миллиона населения. В России на порядок меньше, 146 миллионов. Поэтому давайте, например, сравним еще две страны. Вот рядышком с Китаем, Северная Корея и Южная Корея. Как интернет в Северной Корее? В КНДР имеется ограниченный доступ в интернет для ряда организаций, получающих для этого официальное разрешение. На 2013 год количество IP-адресов, выходящих в сеть, оценивалось 1200. Доступ имеют партийные деятели, пропагандисты Чучхэ, внешнему миру МИД, иностранные представительства, некоторые научно-технические организации, в том числе Корейский компьютерный центр. Субъекты внешнеэкономической деятельности, включая совместные предприятия и производства, выпускающие товары на экспорт. Некоторые столичные университеты, служба безопасности. Список учреждений, имеющих доступ, утверждается и пересматривается лично Ким Чен Ином. В этих организациях, подсоединенных к интернету, компьютеры стоят в специальных комнатах, доступ к которым осуществляется по спецпропускам. Вот такой интернет в КНДР. В Корее, в Южной Корее, экономический рост просто колоссальный. Ну, чего стоят такие мировые компании, как Samsung, Hyundai, Daewoo, LG? Да даже если посмотреть просто на карту, видим, насколько развиты инфраструктура, дороги в Южной Корее по сравнению с Северной Кореей. Просто разница колоссальная. Так что, например, если в России кто-то захочет себе купить новый iPhone, посмотреть характеристики, то он не сможет зайти на сайт. Или, например, захочет новый телевизор
Sony тоже на сайт не сможет зайти. Или автомобиль Toyota, та же самая. Заходим на сайт toyota.com. Поддержим АвтоВАЗ. А какой объем работы предстоит для российских программистов, если отключат интернет? Надо будет придумать свою ОКНОС, это вместо Windows, чтобы работали ваши компьютеры, все ноутбуки и другая техника. В то же время надо будет придумать свой Word, Excel, офисные программы, Skype тот же самый надо будет придумать, чтобы общаться внутри страны. Надо будет придумать, чтобы заработал телефон, смартфон на базе Андроида, например. Вместо Андроида надо будет разрабатывать. То же самое и приложение для Андроида. Вместо Play Market надо будет Play Market какой-нибудь сделать российский. Работы море. Соответственно, и программы надо будет разрабатывать для этого. А для крутых парней и девчат айфоны тоже надо будет придумать свою iOS российскую. Соответственно, и программы для этого телефона тоже надо будет разрабатывать свои. Работы море. А если зайти на сайт adobe.com, то там и дизайн, и графика, и для того, чтобы блогеры могли делать свои ролики. Море программ надо будет продумать и сделать свои. В полиграфии тоже. Зайти на Corel Draw надо будет свой придумать, чтобы мы могли рисовать, делать рекламу и так далее. А проектирование тоже. Это все-все-все, чем пользуются российские сейчас специалисты, надо будет придумывать свое. Так что, господа программисты, у вас непочатый край работы. Но вы держитесь там. Что касается программ для общения, например, чтобы поговорить с родственниками за границей, надо будет что, спецпропуск выписывать и отдельную кабинку для пользования интернетом. В общем, как оно будет, непонятно. Или, например, сайты всевозможные, та же самая Википедия. Как теперь совместно просматривать эти сайты? То же самое игровой индустрии касается. Игры онлайн. Очень много людей, очень большие трафики. Насколько теперь уменьшится трафик, поскольку люди не смогут получить доступ друг к другу. То же самое культура, киноиндустрия. Все онлайн-фильмы будут ограничены. Вот, и мы плавно перешли к Ютубу. То же самое с Ютубом. Как будет работать он, пока неизвестно. Что касается блогеров. Зайдите в своем канале в YouTube Analytics и посмотрите, какой процент. Вот, например, у нас за последние 28 дней Россия 60% просмотров. А интересно, сколько у вас занимает. В этом плане, например, под угрозой канал Познаватель. У них русскоязычный контент. Потом известный канал Сливки Шоу. То же самое. Весь контент русскоязычный. Это каналы-миллионники. Не говоря уже о простых, обычных каналах. Что касается каналов в России, тот же самый Wylsacom. Я не представляю, как они могут, если им отрежут интернет, то как они будут вообще заходить на YouTube. Мастерская настроение то же самое. Какой можно сделать вывод? Если этот законопроект примут окончательно, то надо готовиться к переменам. Это может быть смена контента, может быть все что угодно. Как будет в России интернет, как будет в России YouTube, непонятно. В общем, друзья, не лишним будет подтянуть свои иностранные языки или, например, поучиться у канала 5 минут крафт. Они вообще работают, собственно говоря, по принципу Чарли Чаплина, универсальным методом, понятным всему миру. Поэтому делитесь своими комментариями, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь этой информацией со своими друзьями. Всем отличного настроения, до скорой встречи на канале «Мы в мире».